подарки и покупки. Попозже я их засниму. Покупки. Подарки. Еда. В Ярике можно затариться едой. 200 рублей удовольствие. Кажется, вот эти были 110, а вот эти были 90. Ну и вот это я уже сюда просто положила. Не помню кафе название, но моя Маша, в смысле, моя подружка Маша будет делать на них отзыв на отзывике, и я потом, если что, скину вам где-нибудь ссылочку на этот кафе. Вообще все вместе у меня вышло на 495 рублей. Я брала сначала сок вишневый, потом, значит, вот этот набор, и огромную такую фотку потом скину, как ее там, как же ее там-то звать, шаурму. По-моему, кафе называется «Пицца-суши» или как-то так. А потом я уже, вот, ну, и, короче, сок, шаурма и вот это вот у меня вышло на 265. А потом я взяла себе чай зеленый с сахаром пакетированный, и вот эти две штуки попросила уже, спросила, можно ли с собой, можно, можно. И они сделали, кстати, делают вручную, делают при вас. И немножко надо подождать, но подождать надо не совсем, ну, недолго, короче говоря, потому что сначала мне принесли, кажется, вот эту, а потом принесли уже вот эту. Ну, вот эта фигня вообще отдельно была, но я убрала просто в целях как бы довести до дома. Это у меня вот ужин такой. Вот так. Не, видос потом будет отдельно еще про эти подарки и покупки. Ну, вам привет и пока.